Жители Уфы продолжают недоумевать, где же в парке Кашкадан зарыт бюджетный миллиард. Ну, в общем-то, по ходу дела, отсмеявшись по поводу заявлений Хабирова о вывозе 40 тысяч камазов ила с дна озера Кашкадан, жители Уфы стали присматриваться к тем материалам, из которых сделали вот этот вот Кашкадан наши братские бригады из предгория Арарата. И тут, как всегда, на помощь пришло башкирское телевидение. Покопавшись в архивах, мы обнаруживаем сюжет, где Ради Фаритович Хабиров разгуливает по строящемуся объекту и обсуждает с Арманом Абавяном, это предводитель армянских строителей на этой стройке. Так вот с этим Арманом Хабиров обсуждает материалы, из которых будет построено это замечательное произведение паркового искусства. И тут как раз звучит та самая знаменитая волнующая сибирская лиственница. Весь лиственницы на сваях. Тут 2200 квадратов. Так. Да. Это лиственница. Да. да все дорогое, лиственница, все качественное, самое-самое. По замыслу Армана Абавяна, 2200 квадратных метров отборной сибирской лиственницы должны сформировать вот этот вот знаменитый настил вдоль набережной озера Кашкадан. Вы скажете, боже мой, сколько же это стоит? И зачем? согласен, совершенно незачем. Но присмотритесь к этим утлым досточкам, которые в лоб прикручены шурупами, и из которых построен вот этот вот трап. Ну, лично мне, я, конечно, не ботаник, и не лесовод, и не лесник, но лично мне видится в этих досточках обыкновенно липа, а вовсе не благородная сибирская лиственница. Та самая лиственница, на которой по преданию уже 700 лет стоит Венеция и прочее-прочее. Ну сами понимаете, пройдет год-полтора, а возможно и просто вот эта зима, и мы увидим вот эти вспученные, винтом перевернутые, почерневшие доски, которые ничего общего не имеют с благородной вечной, не гниющей сибирской лиственницей. Повторюсь, это пока мое предположение, но больно уж похоже. Необходима срочная экспертиза, на мой взгляд, материалов, из которых соорудили вот это вот за миллиард рублей наши братья из Предгорьев Арарата. Причем срочная экспертиза необходима, потому что эта публика вполне себе может раствориться в тех самых Предгорьях, и мы больше никогда не увидим ни Армана, ни его товарищей, потому что вот уже третий объект Ради Фаритович поручает одной и той же компании, согласитесь, странное совпадение с одним и тем же, в общем-то, составом. И вот эта компания третий объект уже возводит именно из числа, как говорит Ради Фаритович, паркового искусства. Я считаю, что нужна очень серьезная экспертиза правоохранительных органов вот этого вот паркового искусства, который нам явил Ради Фаритович.